Привет, чуваки и чувихи, с вами Некрит. Я все-таки решил закончить эту игру по-человечески. Так вот, я тогда был не подготовлен, у меня не было ни лечилок толком, ни патронов. Я просто неожиданно попал, так думал, что еще будет возможность попасть к ящику, что-то там набрать еще. Но такой возможности не было. И я устал, уже 2 часа с чем-то играл и просто закинул. Ну а теперь для того, чтобы картина была у меня завершенная по этой игре, все-таки финал был, я решил просто выпустить коротенькое видео, летсплей по прохождению именно финальной части схватка с королевой Алексией. Вот, я уже код ввел. И теперь остается только справиться с Алексией, чтобы посмотреть финальчик этой игры. Ты сделал это? Конечно! Давай! Пора убираться отсюда! Но не так быстро. Еще раз повторюсь. Не так быстро. Как она там оказалась, эта Алексия? Это что, такой процесс трансформации, мутации? Что мы будем делать? Попробуем отбиваться, как всегда. Что мы можем еще сделать в этой ситуации? Примерно поворачивай ключ по часовой стрелке. Энергии. Внимание! Система безопасности не будет отключаться до полного завершения зарядки. Здесь нужно не проворонить один момент, если зазеваетесь. Ее. Беги к аварийному лифту. Крис, но... Я сам разберусь, беги. Ты должен это сделать! Не умирай! Хорошо, и ты береги себя. Вот что нужно сделать. Если засеваетесь, будете переигрывать. Нужно было отвлечь Алексию, чтобы дать возможность Клэр уйти. Это что еще за дерьмо такое? Какая была красавица девушка и во что она превратилась? Неужели ей так больше нравится? Так, теперь у меня куча патронов, куча лечилок. Черт за тебя дери. Они не дают ему ничего сделать. Так, покажись нормально. Вот смотрите, я тут немножко почитерил. С помощью кодов открыл вот эти бесконечные оружия. Ай, Крис. Ага. Давайте подлечимся.
прошлый раз у меня не сработало ни хрена. О, уже я отравлен. А у меня нет лечилки с синей травой. Ладно, будем как-то так. О, а тогда, когда я с автоматом бегал, прошлась, почему-то отбивался тоже достаточное количество времени, но не появлялся этот ролик. Не знаю почему. Ну, а сейчас самое легкое осталось. Волонуть с волыной конкретной такой. Вот, она теперь доступная. И хоть она у меня есть, я все равно возьму, чтобы наверняка уже сработало. Ну-ка, давай-ка сюда. Вот, теперь у меня две волыны эти биопушки с бесконечными зарядами. Теперь нужно взять ее. Теперь важно попасть по Алексии. Вот так. Фу. Если бы на него попало столько брызг, он бы реально заразился. Еще немного терпения, Клэр. Не спеши. Смотри, вот муравейник горит. Крис! Эй, ты же знаешь, что я сдерживаю свои обещания. Пообещай. Прошу, пообещай мне, что ты опять не оставишь меня одну. Прости, Клэр, но это еще не все. Мы еще должны кое-что сделать. Ты говоришь о... Да, пришло время расплаты. Мы должны уничтожить Амбреллу. А теперь давай покончим с этим раз и навсегда. Вот и здесь произошел взрыв, как и на острове. Ну, надеюсь, на острове был не ядерный взрыв, а здесь реально ядерный. Ну, вот такой был короткий финал этой игры. Вот такая вот игра битва доступна теперь после первого прохождения основной кампании. Здесь мы выбираем Клэр, Крис, Стив. Ну и все, три персонажа всего доступны. У каждых есть свое оружие. И проходим короткие миссии. Можно играть как от первого лица, так и от третьего. Ага, для начала нужно выбрать оружие. Одним выстрелом двоих. Здесь нужно просто подпустить их поближе. И выстрелить вот в эту хрень. Убивать нужно всех, никого не оставляя. Есть отдельно такая игра, не помню как называется, я уже ее скачал.
И можно по этим локациям... Можно по этим локациям пробежаться. Ну, там, естественно, графика в разы похуже, чем вот в этой оригинальной игре. Ну, ради интереса можно пройти ее. Я, может быть, когда-нибудь решусь ее пройти. Ну, вот, в принципе, и все. Вот такая вот короткая демонстрация этого режима. Мы с вами увидимся в следующей игре, в следующий раз. А на сегодня все. И всем пока!